К другим темам. В Астане начался судебный процесс над бывшим министром национальной экономики Куанбеком Бишимбаевым. Ранее сообщалось, что дата главного разбирательства по делу экс-министра и остальных лиц назначена на 7 ноября. Процесс проходит в городском суде Астаны. Слушание будет проходить в открытом режиме. Напомним, 10 января этого года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании Бишимбаева. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительным сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении 1 миллиарда тенге. На скамье подсудимых помимо экс-министра еще 22 человека, которым приписывают участие в коррупционной схеме. Самое главное, наличие...